What's up, my man? Это 31 день моего пути к топ-сету за 100 дней. Кто забыл, вот список целей, которые я себе поставил на этот путь. В прошлых сериях мне пришлось продать свой скейт, потому что нужны были деньги на крафт. Сейчас у меня есть эти деньги, а значит пишем в вип-чат о покупке скейта. Все-таки скейт это очень удобная штука, и без него я уже просто как без ног. Спустя время мне позвонила Джулия Паркер и предложила скейт за 20 миллионов. Мне такое подходит, потому что свой я продавал аж за 30, а тут такая приятная цена. Встретились с ней на АБ, и я забрал скейт за 21 кака. Накинул еще лям за комиссию. Теперь отправляюсь на заправку и закупаюсь ремками и канистрами. Они мне сегодня сильно пригодятся. Едем в аэропорт ЛС, где я покупаю 5000 Vice City долларов и беру билет за 300 кака. И вот я снова в Vice City. Это уже как мой второй дом. Не зря я все-таки купил скейт. На нем будет удобно добраться до моего автобуса. Но тут я замечаю в чате сообщение, что у меня нет рабочей визы. Судя по всему, она просрочилась и нужна новая. Кстати, оказалось, что и права у меня закончились, и их тоже нужно бы обновить. Хорошо, что я проверил это сразу. Ждать рейс назад как-то не хотелось, и тут я вспомнил, что можно купить металлическую карту в частном банке в Vice City, и она позволяет летать обратно в любое время, так еще и бесплатно. Приезжаю в один из частных банков, бесплатно получаю классический карту, чтобы стать клиентом этого банка. А затем покупаю металлическую карту за 50 тысяч Vice City долларов. Дорого, конечно, но это того стоит. Кстати, в частном банке тоже можно открыть депозит. И здесь не нужно быть постоянно в игре, чтобы он фармился. Достаточно всего заходить один раз в день на 5 минут. Но вот есть один нюанс. Вкладываясь в такой банк, можно потерять все свои деньги. Потому что если вдруг у банка не будет владельца, депозит будет уменьшаться на 5% каждые 24 часа. Думаю, риск не сильно большой, поэтому, возможно, свой депозит буду фулить именно в частном банке. А пока вылетаю обратно в Лос-Сантос и отправляюсь в мэрию, где оформляю рабочую визу за 600 тысяч и остается получить права. Как всегда, в автошколе никого нет, поэтому сдаем тест, проходим практику и права у меня. Возвращаюсь в аэропорт, снова трачу 300 кака на билет в Vice City и добираюсь на скейте до места, где у меня припаркован мой автобус. Как вы уже поняли по названию этого видео, сегодня я планирую работать на кастомном автобусе ровно 12 часов. Надеюсь, у меня все получится и мы узнаем, сколько же я смогу заработать за это время. Начинаю работу и, как всегда, выбираю самый короткий маршрут. Городской Vice City, правый берег. Очень много таких же фармил на автобусах, как и я, потому что эта работа до сих пор остается самой прибыльной на Аризоне. Все потому, что за каждый рейс выпадает 2 рандомных ларца. Спустя минут 7 проезжаю первый круг и мне выпадает 2 суперкар-бокса. Неплохо. Приступаем ко второму кругу. Проезжаю второй и мне выпадает 2 ларца рыболова. Тоже очень хорошо. Проехал третий круг и падает 2 рейр-бокс yellow. 4 hours later. Прошло ровно 4 часа, как я работаю на своем автобусе, и за это время я заработал где-то 30 тысяч Vice City долларов. И вот столько разных ларцов. Это уже очень много, но на этом я не остановлюсь. Единственное, что мой автобус немного поломался, и надо бы его починить. Приезжаю на местное СТО, но здесь нет ни одного механика. Да и автобус в гараж вообще не влезает. И чувствую, что поменять масло я сегодня не смогу. Наконец-то мне на помощь откликнулся чувак. Но оказалось, что автобус нужно застраховать. Быстро еду в страховую и страхую автобус навсегда за 4000 Vice City баксов. Хорошо, что страховка здесь автоматическая, и не нужно никого ждать. Возвращаюсь, и теперь нужно понять, как так встать, чтобы механик смог починить. Наконец-то нашел нужный ракурс и меняю масло за 3800. Теперь восстанавливаем состояние и решил дать еще 5 кака чаевых за то, что он меня подождал. Ну а теперь снова начинаем работу. Выбираю тот же маршрут и впереди еще 8 часов усердной работы. 6 hours later. Прошло уже 6 часов, как я начал, и заработал я всего 46 тысяч баксов. Но ларцов у меня просто дофига. Уже представляю, за сколько я все это продам. Ну а мы продолжаем. Остается еще 6 часов. 10 hours later. Целых 10 часов работы позади. Я очень жутко устал, но осталось всего 2 часа и нужно доработать. На балансе 86 тысяч, а в инвентаре вот такая картина. Ларцов становится все больше. Сдаваться нельзя, ведь я прошел такой огромный путь. И осталось всего 2 часа. Снова начинаю работу
и понеслась. 2000 years later. Ребята, ровно 12 часов работы на кастомном автобусе позади. Это было нелегко, но я смог. И заработал я всего 106 тысяч Vice City долларов. Но что же у меня в инвентаре? А там у меня просто огромное количество разных ларцов. Здесь есть и редкие ларцы Tidex, и куча ларцов кастомных аксессуаров, ларцы развозчика продуктов, конечно же ларцы пилота, ларцы Vice City и даже одежда из секонд-хенда здесь выпадает. Ну и еще куча разных ларцов. Дополнительно мне еще выпал 21 ларец водителя автобуса. Ну и как же я устал. Так устал, что, наверное, я больше никогда не буду работать на этой работе. Может, даже продам этот автобус, потому что это жесть. Не повторяйте такого никогда. Самое время вернуться на Casa Grande и продать все ларцы. Первым делом меняю заработанные деньги и получаю 12 миллионов 400 тысяч. Ну а теперь приезжаю на CR и занимаю лавку. Выставил все по таким ценам и остается только ждать. На удивление, ларцы у меня очень быстро начали раскупать. И буквально через 30 минут у меня остались почему-то только самые крутые и дорогие ларцы. Я, если честно, думал, их купят первыми. Решил, что продам остальное уже утром, потому что на часах было почти 5 утра. На утро снова занимаю лавку и выставляю все остальное. И спустя пару часов меня кикнули за пустую лавку. И за 12 часов работы на кастомном автобусе я заработал целых 112 миллионов. Это просто нереальный фарм. Решил под конец поучаствовать в мероприятии. Приз был какая-то цыганская шапка. И это была игра в кальмара. Нужно было бежать, когда говорят старт, а останавливаться, когда кричат стоп. Кто вовремя не остановится, тот выбывает. Все шло хорошо, я даже думал, что я выиграю. Но в один момент кричат стоп, я моментально останавливаюсь, но админ меня убивает. Классно. В очередной раз убеждаюсь, что МП от админов полный кал. Как админы захотят, так МП и пройдет. И здесь полный рандом.